сейчас 8 утра. Мы в даунтауне, Майами. Зарядку делаем. Она меня учит, как играть. Окей. Bringing this elbow up, good. Watch your feet, okay? Good, out in front. Nice, this was nice, okay? Do you see that? Yeah. It was beautiful. When you let go is how fast you go, right? So this is your follow through is the fast. It's the same kind of concept, right? Мне кажется, у тебя двойка вообще в пушку будет. Знаешь, что будет? Но устал я точно на этом. You're my only client at stretch. Yeah? I'm not lazy. Да, 11 часов. 11.02 или 11.03. Сейчас у нас будут отработки в борьбе. Джиу-джитсу, грэпплинг. В общем, ударку с борьбой. Ну, больше борьба. Позиция в партере. Чтобы удерживать соперника. Порумпа, он, по-моему, у него черный пояс и, по-моему, четвертый или пятый дан. Его джиу-джитсу одно из лучших, которое я увидел. Именно джиу-джитсу, которое подходит под ММА. Любую позицию, которую покажешь, сразу показывает такой прием, что ты знаешь, что 100% пройдет. Сегодня буду работать с Натаном Шульц, двукратный чемпион ПФЛ. Получается, он уже заработал 2 миллиона долларов. Сейчас идет за третьим миллионом долларов. Зал просто звезд. Вот бразилец Пантоджа готовится на свой чемпионский бой. Дерется на 57 килограмм. С Морено будет драться. Ну, там Павлович сидит. Тоже следующий бой будет за титул. Может быть, с Джон Джонсом. Мока, тренер по борьбе. Был капитаном сборной Америки на Олимпийских играх в 2008 году. В общем, в такой атмосфере очень приятно пахать, когда с тобой такие парни тренируются. Ну и мы так стремимся быть на их уровне. Ну,
Ису. Скоро я буду знать уже португальский. Tudo bem? Bom dia. Ису. Ну и некоторые плохие слова тоже. Vamos, vamos. Coach, coach, tell him, vamos, vamos. Vamos, vamos. Okay. Yeah. Way, way, way up. Turn it all up. Yeah. Look. I got enemies, got a lot of enemies. Got a lot of people trying to drain me of my energy. They're trying to take away from a nigga. Fucking with the kid and pray for you. Who the fuck bring that? In essence, it's not bullshit conscious. Because the guy will not respect you. Neither the judges. If you do the bullshit punches nowadays, back in the day, yeah, whole wow, he's punches. Nowadays, you do this bullshit punch, body by the head, the rapper is gonna be like, yo. Rap niggas that I gotta act like I like, but my acting days are over, fuck them niggas for life. Yeah, I got enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from a nigga, fucking with the kid and pray for your nigga. I got people talking down, man, like I give a fuck. I bought this one a purse, I bought this one a truck. Шикарно. То, что нужно. Сегодня отдыхаешь? Может быть, схожу на йогу. Все. По 20 раз на каждую сторону. Таких три подхода. Fuck all of you niggas, I ain't finished. Y'all don't wanna hear me say it's a go. Y'all don't wanna see win-win 50 or whoa. I got real ones living past Kennedy Row. I got real ones with me everywhere that I go. I'm tryna tell you, I got enemies, got a lot of enemies. Every time I see them, something wrong with their memory. Tryna take away from a nigga. So tired of saving all these niggas, Mike. Enemies, got a lot of enemies, got a lot of people trying to drain me of this energy, trying to take away from a nigga, fucking with the kid and pray for your nigga. В борцовских захватах, когда берут косой захват и душат, если тебя, если у тебя шея слабая, то ты сразу постучишь. Есть много разных вариаций. Кто-то зубы берет полотенце, с весом поднимает. Кто-то просто ставит блины на лавочке. Ну, очень много. Ну, здесь есть такой тренажер хороший. Бойцы качают. Вернулись после обеденной тренировки. После тренировки сразу же я пью протеин. Банан. Здесь чуть голубики для вкуса. Протеин 1 скуп и 300 мл молока. Это у нас... Алман, как это будет на русском? Миндальное молоко. Миндальное молоко. Не знаю, почему миндальное. Диетолог прописал миндальное, так что пьем миндальное. Почему сразу после тренировки пьем протеин? Так как сейчас выпью протеин, пока буду готовить еду, пройдет минут 30, и моему организму уже поступит и фруктоза. В общем, все на свете. Я не так сильно разбираюсь
нутрициологии. Так что из-за этого строго по расписанию, как мне пишут, двигаешься. Попробуем на вкус. Должно быть вкусно. Как будто мороженое растаяли. На весогонке это наш десерт. То в таком разе поздравляю Матеуша. Цікаво, чи ви там в житті. Ну и поводзаю в наступній манці. Тебе тоже удачи. Good luck you too, bro. Thank you. Он дерется 24 апреля. Ой, какого апреля? 24 июня. 24 июня. Неделю после меня. Через неделю после меня. Сегодняшний обед у меня будет 70 грамм гречки, филе индейки 150 грамм, фасоль стручковая 100 грамм, сыр 30% жирности 50 грамм. Итого 513 калорий, не считая протеиновый коктейль. Здесь тоже приблизительно 300-700 калорий, может даже побольше, 350. Сразу видно, что человек сидит на диете. Яблоки, орехи, гречка, авокадо, помидоры. В принципе, все. Короче, только проснулись после обеденной тренировки, пообедали, поспали. Время 5-6 часов уже, офигеть. Через 30 минут у нас ход йога. Вот, попотеем, порастягиваемся, такое восстановление будет. Обычно делаю сауну, но мы нашли место, где здесь есть ход йога поблизости. Так что... полезное, с приятным, хорошее восстановление сегодня вечером. Последним по вечерам я не тренируюсь, отдыхаю. Так что ход йога, я думаю, что хорошо восстановит нас к завтрашнему дню. Завтра спарринги, тяжелый день. Так что вечером они нам дают отдыхать, тренера. Короче, заедем в Starbucks, возьмем кофе, взбодримся. То что-то вообще погода льет, спать охота, жесть. Сподримся и пойдем потеть, растягиваться. А вход йоги приблизительно 50 градусов, 50-60, 50 скорее всего, 45 даже, 45-50. Там вроде заходишь, да, тепло, ты думаешь, блин, я тут как буду потеть. Проходит минут 20. Просто пот льется. Даже на одну подготовку я использовал ход йогу для весогонки. Я скинул за час 3, по-моему, 3 с чем-то килограмма за час, да, за полтора часа. Час шла йога, сама тренировка, но мы зашли на 10 минут раньше и вышли на 20 минут позже. То есть 300, что-то такое приблизительно мы скинули. Это почти ничего не делая. Но я был одет сауна сьют в весогоночном костюме. Намазанный, то есть. Прикольно. Может быть, на эту подготовку мы тоже используем, потому что бой будет в Лас-Вегасе. И в Лас-Вегасе, я знаю, хорошее одно место. Без фиников никуда. Походу финики и кофе будет во всех моих влогах. Ну а что делать? Шоколад нельзя кушать, только финики можно. Ну и тем более диетолог прописывает, так что. Сразу написано чаевые. Можно
допустим, сразу тыкнуть, либо написать «нет, не хочу», либо другую сумму, либо сразу $1. Короче, вот такую тачку хочу купить себе. Что скажете? Цеплять баги, квадроциклы. Это все железное. Крыша снимается, двери снимаются. Просто для леса самое то. Это какая-то версия крутая. Я ее только здесь видел, в России. Ой, в России, в Америке. Прикольно, не? Он весь железный. А, нет, это нет. Вот здесь железный. Самое то для меня. Так что оцените, скажите, что скажете. Высокая. И говорят, что хорошо проходит в грязи. Так что посмотрим. Но нужно выиграть бой и бонус. Приехали, взяли инструменты. Вот написано «Лавана», «Света» какая-то. Two hours later. Что-то, по-моему, это не восстановление было. Просто в планках стояли, на руках, на ногах, на одной ноге, на другой ноге. Я думал, больше растяжка будет. Здесь чуть другая нагрузка была. И не час, а час 20. Ровно час 20 шла тренировка. И вот 10 минут они дали на того, чтобы собраться. Жестко. Людям, которые работают за компом, целый день сидят, приезжать вечером вот так, растягиваться, пропотеть, это самое лучшее. И кто-то не любит, допустим, в залах бегать, там, качаться, йога самое лучшее. Покажем, как мы вспотели. Да. 6. На обычной тренировке так не вспотеешь. Я думаю, что 2,5 килограмма вообще налегке улетело. This is a beetroot salad. You gonna eat it alone or what? No, this is for like, so I'm gonna take it to the airport with me. Ah, so I thought you're gonna eat it. No, not that much. Вот 200 грамм брокколи и 150 грамм рыбы. Вот тебе и ужин. What does that mean?
What's pummeling for? Yeah, what? To warm up, you know, wrestling, to get the arms right, ready for wrestling. You I'm loading my clips, I'm writing down names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on my shit. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on my dick. I'm all in my bag, as hard as it get. I do not throw powder, I might take a sip, I might hit the blunt, but I'm liable to trip. I ain't popping no pill, but you do as you wish. I roll with some fiends, I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my niggas is broke? What good is first class if my niggas can't sit? That's my next mission, that's why I can't quit. Just like LeBron, get my niggas more chips. Just put the Rollie right back on my wrist. This watch came from Drizzy, he gave me a gift. Back when the rap game was praying like this. To act like two legends cannot coexist. But I never beef with a nigga for nothing. If I smoke a rapper, it's gon' be legit. It won't be for clout, it won't be for fame. It won't be cause my shit ain't selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some niggas slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little niggas, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. To the OG, I'm thinking you now. Was watching you when you was paving the ground. I copied your cadence, I mirrored your style. I studied the greats, I'm the greatest right now. Fuck if you feel me, you ain't got a choice. I ain't do no promo, still made all that noise. This shit gon' be different, I set my intentions. I promise to slap all that hate out your voice. Niggas been counting me out, I'm counting my bullets, I'm loading my clips, I'm writing their names, I'm making a list, I'm checking it twice and I'm getting them hit. The real ones been dying, the fake ones is lit, the game is off balance, I'm back on my shit. The Bentley is dirty, my sneakers is dirty, but that's how I like it, you all on my dick. I just poured something in my cup, I've been wanting something I can feel, promise I am never letting up. Money in your palm don't make you real. Foot is on their neck, I got them stuck. I'ma give them something they can feel. If it ain't about to swat, don't give a fuck. Pistol in your hand, don't I'm make dead you in the real. Middle of two generations. I'm little bro and big bro all at once. Just left the lab with young 21 Savage. I'm about to go on me, jigger for lunch. Had a long talk with a young nigga Kodak. Reminded me of young niggas from Phil. Straight out the project, no faking, just honest. I wish that he had more guidance for real. Too many niggas in cycle of jail. Spending their birthdays inside of a cell. We coming from a long bloodline of trauma. We raised by our mamas, Lord, we gotta heal. We hurting our sisters, the babies as well. We killing our brothers, they poison the well. Distorted self-image, we settled the fail. I'ma make sure that the real gon' prevail, nigga. I just poured something in my cup, I've been wanting something I can feel. Promise I am never letting up. Money in your palm will make you real. Foot is on their neck, I got them stuck. I'ma give them something they can feel. If it ain't about to swat, don't give a fuck. Pistol in your hand don't make you real.
каждого своя полка. Это моя полка. Здесь сушим вещи. Все дезинфицируем. Все было чисто, аккуратно. Ко всему нужно профессионально подходить. Я был на сборах, по молодежным сборам России по ММА. Это да. На России вторым стал первый год. Тренер Терентьев говорил, когда мы на тренировку приходили, что сумку нужно складывать профессионально. Чистить, мыть одежду нужно профессионально. Все нужно профессионально подходить ко всему. Футболки запасные брать постоянно с собой. И с 2017 или 2016 года я вот его слова у меня в голове, и я всегда стараюсь как бы придерживаться, чтобы относиться к вещам, которые я использую в спаррингах, на тренировках, чтобы все было чисто, аккуратно, высушено, не пахло. Здесь мы стираем, здесь сушим. Все очень удобно, быстро. Закончилась наша тренировка по грэпплингу. Работа была в партере. Утром мы спарринговались с 5 до 6. Сейчас был грэпплинг. Сейчас пойдем на зал качки. Там у нас будет работа на выносливость. Будем работать, скорее всего, на байке, короткие взрывы. Тренировка будет такая, скорее всего, минут 30, чтобы не перенагружаться. За это тренер по выносливости дает такую короткую тренировку. И здесь была чисто техника, дриллы, отрабатывались, свои наработки делали, ударку с борьбой в партере. Этот бой должен показать, насколько я улучшил свой грэпплинг. How's Arman looking in this fight camp? He came and joined us in 2019, I believe. And for the first fight, we had like 4 weeks of training together, you know? And then a fight after fight, we had a problem. It was the pandemic. It was visa problems. It was some isolation that he couldn't leave Russia. And then for 3 fights, he had an ATT opponent, so he couldn't come here. So he's finally here after Moicano got hurt. And this time, we have 6 weeks of the fight. So I'm really happy to be able to stay with him 6 weeks, you know, for camps. You know, it's like amazing. I never seen Arman in such a good shape technically, you know, especially on the ground. You know, wrestling, he was always good. Striking, he improves every single day. But on the ground,
on those weeks, you know, I could tie his game so much. And he's been sparring with high-level guys. I'm talking about PFL champions, you know, that he makes it look easy. You know, the things that he does, his takedowns, his striking. People think that Armand is only a wrestler. People have a very, very bad judgment of Armand's game. He's an amazing striker, very good striker. And he's gonna show us time to time that he's gonna be a complete version real soon. Jumpin', them boys up to something. They just spent like 2 or 3 weeks out the country. Them boys up to something, they just not just bluffing. You don't have to call, I hit my hands like Usher. Ooh. I just found my tempo like a DJ Mustard. Ooh. I hit that Ginobili with my left hand on like woo. Lobster and saline for all my babies that I miss. Chicken finger, fresh right for the whole shit wanna dish. Интенсивная тренировка, 6 подходов по 6 секунд, взрывы делали, 6 секунд делаем, до конца минуты отдыхаем. Минута отдых полноценный, 4 подхода, 10 секунд работаем, 10 секунд работаем, до конца минуты отдыхаем. Второй подход был, 8 секунд работаем, до конца минуты отдыхаем, 4 раза. И третий подход. 10 секунд работы. До конца минуты отдыхаем, такие два подхода. То есть 6 по 6 секунд, 4 по 8 секунд и 2 по 10 секунд. На первый взгляд, думаю, что очень легко это, но это очень тяжело. Если ты выкладываешься, что ты ладцы делаешь больше 1600, 1700, 1800, и держишь, то хороший результат получается. Даже сейчас на восстановлении прошло 5 минут, еще пульс держится где-то 118. Хорошая работа, особенно если за 3 недели до боя самое то. Сейчас 40 идет у меня тренировка в данный момент. Сейчас минут 10 потянуть и все. Чуть разминка была долгая. В целом довольна сегодняшней работой. Спарринги были хорошие. И техника, и в конце повзрывались. Почему было вечером две тренировки? Так как мы не успеваем делать все. И нужно и технику сделать, и на выносливости поработать. Из этого совмещаем. И тренера знают, какую мы работу делаем. То есть тренер по выносливости знал, что я делал технику до этого. Вот. Он не перенагружает здесь. В целом, командная работа. Все хорошо.
закончилась наша тренировка по грэпплингу. Сегодня было очень много борьбы с разных позиций. С гарда, с хавгарда, с бэкмаунда. Поборолись с боковой ноги. В общем, такая возня была, пятница. Конец недели, дали такую часовую борьбу. Сейчас порастягиваемся, пойдем кушать, отдыхать. Вечером тренировка с Майк Брауном, отработки, ударка с борьбой, 30 минут кардио. Заминку полазим на канат и все. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, so you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same through the money and the fame. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Thank you so much, coach. No substitution. No, good it. Drill, good drill. День прошел шикарно. Время... Время спать, а мы не ели. Что делаем, пашем? Канат надо, канат. Все, руки сильные были. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from...